такой процесс от свежих красивых цветочков до сушёности, до цукатиков. Вот они замоченные были на ночь. Сейчас я их достану и тоже разложу на эти поддончики сушиться. А вот то, что я не успевала высушивать, я просто закатала в этом сиропе же горячем. Для цукатиков, если захочу, зимой посушу. Но моему мужу очень понравились, как варенье. Они хрустящие, сладкие получаются. Не пахнут огурцами, а пахнут запахами тех ягод, которые находились в сиропе. Вот у меня уже собралась целая большая кастрюля сиропа. И при надобности я, значит, немножко или всю кипячу сразу, или немножко вот так отливаю, кипячу и опускаю туда лилейники или огурчики, что есть. Таким образом у меня уже скопилась целая коллекция сушеностей. Чего я вам советую? Не выбрасывайте цветочки, они полезные, вкусные, очень ценные и лекарственные. Так же, как и кабачки, и все наши фрукты, овощи, которые дает нам природа.